Здравствуйте, уважаемые мои фейсбучане, уважаемые мои ютуберы. Я сегодня хотел бы вам показать замечательный центр, который называется Колчестер Центр. Это вот одно здание, находится в городе Колчестер, буквально час от Лондона. Это такой замечательный английский, я бы не сказал, это деревня, это больше городок, 200 тысяч жителей, и здесь живут такие настоящие англики, англичане, которые вот живут своей спокойной, счастливой жизнью. Сейчас мы посмотрим Колчестер Центр, и дальше буду комментировать. Пойдемте. Это вот главный вход Колчестер. Здесь Колчестер Study Center называется. Очень красивое, такое старинное, историческое здание в английском таком стиле. Здесь очень много, здесь одни преподаватели, все британцы, исключительно со стажем как минимум 10, 15, а то и 20 лет. Ну, пройдемтесь, да, вот это преподаватели, например, Стив Булл, Мария Уолтерс, Макс Уолш, директор школы, Брайан Кук, Джон Ирвинг, Марин Маккензи, Пол Ли, и еще мой друг Кемаль, он является маркетинг-специалистом. Ну, мы дальше пройдемся по школе. Это вот примерно вот так выглядит аудитория школы. Соответственно, очень такое классное место. Во-первых, хотел бы обратить внимание, высокие потолки, огромные получаются окна. То есть солнечный свет здесь проходит. Очень приятная такая атмосфера. И соответственно, ну, мультимедиа оборудование и преподавание проходит в таком интерактивном живом стиле. Вот, это один из классов. Дальше мы пройдемся в другой класс. И так, вот здесь получается ресепшн, admission office, маркетинг, финансы и так далее. То есть, ну, основное, где вот у меня проходит вся работа. Мы сейчас пройдемся на второй этаж. Немного бы второй этаж. Take the steps, right? So. Это вот такой второй этаж, такой старинный. Мне кажется, здесь 100 лет назад, наверное, жили такие богатые британцы, которые здесь. Получается еще одна аудитория. Тоже такая интересная, здесь очень хорошая аудитория. Здесь я проходит, получается, обучение. Ну, они не делят там грамматика, здесь все практически проходит. Разговорный, грамматика, listening, может быть, да, литература, подготовка к IELTS, подготовка к университету и все остальное. Нам сегодня повезло, потому что сегодня суббота, никто не учится. И дали мне возможность снимать саму школу. Вот. Ну, дальше кухня, учительская, очень много книг. Книг здесь практически очень много. Это книги со всего, все самые передовые книги. Ну и программа, методика, соответственно, у них своя. То есть они не просто по книгам, они адаптируют, они непосредственно обучают согласно уровню университета, если, вот, то есть уровню самого ученика, студента, если у него слабый уровень, они подтягивают, стараются дать возможность именно развивать те навыки, которые необходимы. Ну, дальше пройдемся. Здесь еще одна аудитория, еще одна аудитория. Очень много аудиторий. Здесь тоже такая просторная аудитория, очень такая красивая. И хотел бы обратить внимание, здесь внутренний дворик. Это вообще классное место. Очень мало школ, у которых есть свой внутренний дворик. Огромный внутренний дворик. Мы дальше пройдемся. Особенно летняя или весенний, весной, осенью. В основном все студенты, они выходят, отдыхают. Дальше у них такая своя большая аудитория. Ну, мы сейчас пройдемся вниз.